Я очень долго занималась спортом, и по некоторым причинам пришлось с этим завязать. И, собственно, я искала, куда направить свою энергию, в какое русло, и наткнулась на танцевальные ролики, на танцевальные передачи, проекты. Как-то все это так затянуло, и решила попробовать. Сначала занималась самостоятельно, дома, где-то в зале, по видео, да, перед зеркалами. Вот. А потом уже более серьезно начала к этому подходить. Появились педагоги, классы, учебные какие-то заведения. Поэтому теперь вот я в танцах. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот с какого периода вы поняли, что вы хотите и вы можете преподавать детям? Были ли какие-то прямо хоп-толчок? Вот что вот я могу? Я думаю, что это был тот период, когда я вернулась с очередного шоу и поняла, что у меня в голове столько информации, которые нужно куда-то выплеснуть, которые нужно поделиться. Когда я поняла, что есть безграничное количество молодежи и детей, которые не знают про танцы, которые никогда не пробовали, никогда не ходили, не танцевали. И я подумала, почему? Это же так здорово! Танцевать — это же здорово! Вот. Подумала, что моя миссия заключается в том, чтобы я прививала любовь к танцу. Победа. Маленькая, но победа. Когда есть результат, когда я его вижу, когда это ощущают ученики сами, это здорово. Валерия, бытует такое мнение, что молодой преподаватель не профессиональный. Действительно ли это так? От возраста не зависит профессионализм? Ну нет, от возраста я считаю, что не зависит. Зависит от опыта. То есть, может быть, мне не столько много лет, но за плечами у меня такой опыт. Это разные стили, разные сферы и разные знания, которыми я могу поделиться с учениками.